Всем привет, друзья! Вы на канале про блокчейн. С вами Максим и Вячеслав. Всем привет, друзья! Слава, привет! Да, всем привет, кто не пошел маршировать. Да, сегодня, кстати, праздник. Ребята, у нас будет перенос парада сегодня. Поэтому кто? А мы сейчас проведем эфир. Кто истинный криптаны на месте? Да. Вот тот с нами, да? Другие посмотрят в записи. Ребят, если вы хотите смотреть прямую трансляцию, то вы можете это делать на нашем сайте problockchain.com/videos. А если вы смотрите на наших YouTube-каналах, то не забывайте подписаться на наш канал, поставить колокольчик для того, чтобы не пропускать самые последние видео, которые у нас выходят. Это очень важно, потому что информация действительно ценная, и ее, ребята, ну, на самом деле очень много. Потому что батя еще торгует в 14.30 на канале, там серьезные вещи делает. Да. Серьезные торги на серьезные объемы. И мы вчера там идею проработали очень фундаментально по поводу Apple. Сегодня будет отчет, всем советую зайти посмотреть, как надо делать бабки. Вот так. Надо эту рубрику переименовать в этот «Иван Трейдерян врывается Иван на Трейдерян. Рынок». Я думаю, слушай, если бы мы были в Штатах, на эту рубрику нас бы застолбил навечно эксклюзивом Робин Худ. И мы сегодня еще про это тоже немножко поговорим, что там вообще творится в Штатах, там вообще капец какой-то. Вот мы не в том месте, в то время, но не в том месте. Наш с тобой английский, вот этот дикарей, типа, я видеть Лондон, речка стоять, вот. Тяжело, конечно, людям объяснять, как занести бабки, хотя там такие и заносят на самом деле. Ну да, мы смотрели как раз-таки .g интервью про этих рестрим как раз. Да, 6 без знания, без знания английского защищались нормальные ребята. В общем, поехали. По поводу как раз-таки защищались и всего остального. Digital Summit 2020 у нас Digitalization. Да, будет проходить. Это онлайн мероприятие, можно будет посмотреть из любой точки мира. 6 по 10 июля. А сейчас нельзя проводить такие массовые... Да на самом деле, это, ну, честно скажу, это полный бред офлайн мероприятий. Да, для бизнеса, когда вот мы приходим как СМИ, и там другие биржи, это прикольно. Но вон, Apple это показала на WWDC на своем, как они огненно все сделали, просто красавчики, блядь, заранее подготовились, все красиво, ничего не лагало, да, там такие съемки, переходы, ну просто, блядь, смотришь, как какой-то этот фильм, блядь. Поэтому, ребят, Digital Summit 6 по 10 июля будет проходить. Вы можете зарегистрироваться. Там будет 25 тысяч человек на одной площадке. Поехать, промоцелиться. Это сейчас как раз, знаешь, не больше, как реклама. Это онлайн. Ребята, там будет 25 тысяч человек. Это онлайн, онлайн мероприятие. А то я думал, ехать надо куда-то, маски брать. Подожди, 5 дней полного погружения, 8 направлений там цифровой экономики. Ну, понятно, все будет по крипте. Давайте по спикерам. Спикеры интересные. Тут вот еще генеральный партнер у них есть, CBS One. Они там машину разыгрывают. В общем, по спикерам. Спикеров действительно много, спикеры хорошие. Всякие разные есть, и хорошие, и не очень. И тут и от бирж представителей, и от каких-то проектов, и... трейдеры есть, и биржи есть, пожалуйста, Эксмо, ну как, Terra Crypto тоже, это майнинговая, Listing Help Сергей Хитров будет, Григорий Полежаев с United Trader, то есть очень много спикеров, все будет онлайн, поэтому приходите обязательно, ссылочку мы оставим под этим видео, бронируйте билеты. Давайте посмотрим, что у нас происходит на CoinPaprika, сейчас куда двигаются наши цены на наши биткоины. $9681 биткоин стоит, эфир $248. Эфир медленно, но уверенно дорожает. Раньше, я помню, когда эфир падал ниже $100, и у всех прямо была такая паника. Сейчас он уже медленно, но уверенно возвращается к 300 и будет возвращаться туда еще выше. И это на самом деле здорово. У нас также продолжается сезон на альтков. Chainlink там собрался на Луну, Zcash. 12% прирост, REN 12% прирост, 20% прирост, Bancor, Basic Attention. Токен еще на 7%, кстати, Слав, вырос. Еще 7%. Он продолжает расти. Его компаунд 100% там раскачивают. Выгодно было просто на вот эту неделю купить бат, да, и заработать можно было больше. Ну, за 7 дней Basic Attention токен вырос на 18% вот за 7 дней. Ну хотя да, с компаундом тяжело соревноваться, но компаунд, кстати, откатился прямо сейчас, поэтому он там в районе 230, и кто хотел себе попробовать эксперименты с компаундом, можете на монитор себе ставить, сделать напоминашку и за ним следить.
Компаунд, ну, его следить, а если он поедет еще вниз, то можно будет откупать. Ну, да, можно прикупить. Если он будет в районе уже 100 с чем-то, там 190, 180, можно по чуть-чуть какие-то доборы делать, нападения. Вот мы со Славой разговаривали, они, скорее всего, будут загонять компаунд этот постоянно. Периодически будут туда-сюда, да, чтобы было интересно работать с парами. А здесь как раз-таки в этом и история. И они будут, конечно, двигать цену. И компаунда у них там на 3 года еще. На 3 года и 8 месяцев, чтобы быть точным. Да. То есть это, чтобы вы поняли, распределение компаундов, вот на ваших глазах есть вот такая вот штука. Они сейчас, неважно, кто там, кто в supply или кто берет залоги, они распределяют токены. 2880 токенов компаунд ежедневно они распределяют. Всего у них 4 миллиона 202 тысячи токенов. Это на вот 3,8, по-моему. Всего у них. Извиняюсь, это там меня. Всего, еще раз меня услышали два раза. Так вот, вот такая вот штука. Поэтому с компаундом нужно разбираться, брать его на заметку. Вот цена 200. А, подожди, ты говорил, сколько? 200? 230 там. А, да, 232, это я не обновил. 232 доллара, это вообще как бы мощно. А что это такое за балансер у нас появился? Капа, ну, у него еще... на это, втором это месте. Туда же, да. На втором месте он уже обогнал по капитализации MakerDAO. Цена 11.18.44, надо будет посмотреть, интересно, что это за ребята. Про балансер говорили, он там биток балансирует. Ну, это такой, да, специальный проект токен, он как бы между биржами используется. Еще хотел показать, я протестирую, наверное, сегодня. Есть такая штука VBTC, про нее Слава говорил. Да, и VBTC, да. Есть еще вот такая штука BTC наша. Ну, тут BTC нету, но мы посмотрим на примере USDT. Для тех, кто любит анонимность. Да. Что удобно на самом деле. И для нас, как для бизнеса, тоже это удобно пользоваться и работать таким образом. В общем, смотрите. Если вы не хотите пользоваться биржами, не хотите пользоваться, не нравится вам проходить QIC, вы переживаете за свои средства. Чисто теоретически вы можете принимать обычный биткоин. А далее вы можете на сайте VBTC, я только пока что еще не понял, как его менять, но я разберусь там по клацу, это легко делается. Вообще отправляется обычный биток, и вы взамен этого обычного битка один к одному получаете вот VBTC, это штука на ERC-20 токен. Скорее всего, тебе выставляется QR-кодик с адресом биточка, как обменник, по сути. Ну, ты туда загоняешь, да, проходит подтверждение, и у тебя появляется WBTC. И дальше очень удобно. Вы идете на Uniswap, но тут невыгодные курсы. Именно к USDT. Но есть хитрость, да? Ну, есть хитрость, там все равно курс хуже, но если как бы сумма небольшая, то в принципе удобно. Пока что через биржу выгоднее курс. Но если посмотреть другие, допустим, обменники, вот DeFi обменники, то скорее всего можно будет... Здесь путь просто какой-то... Изначально он путь такой простраивает. VBTC меняется на эфир, эфир на USDC и дальше на USDT. Но можно здесь поставить VBTC, поставить на USDC, сразу поменять его вот на этот стейблкоин. Уже мы получаем 9348. Хотя если посмотреть тут... У нас, то средняя взвешенная цена по биржам 9681, это за один биткоин, то есть все равно невыгодно. Да, там еще может быть лучше, если поменять его на эфир, а уже эфир потом поменять на напрямую. Ну, понимаешь, это хотелось бы какое-то решение удобное, да, а это получается все неудобные решения. Ну, либо анонимность, тут уже такое, анонимно хочешь, пожалуйста, немножко попарься и заплати там, допустим, 2-3% за это. Хотя, ну, если ты будешь делать через биржу, через какие-то обменники, там тоже себе немножко сбреют. Ну, через обменники точно сбреют, через биржу там... И сбреют еще больше, на самом деле. Да, через обменники больше, а через биржу комиссия меньше будет, но там... Скорее всего, сейчас на биржах Full QIC и так далее. В общем, это мы говорим к тому, что мы... Сегодня расскажем, где нет KYC, еще и можно бонусов заработать. Например, на Nominex до 3 битков. Ну, давайте поехали тогда, если мы уже говорим про Nominex, давайте и поговорим. Ну, во-первых, ребят, мы для нас там сделали специальный бонус. Мы просили и нас услышали. Для тех, кто зарегистрируется по нашей ссылке, они получат 50% скидку на торговые комиссии на 30 дней. Это все очень здорово.
И за регистрацию еще плюс дополнительно 25 как раз-таки токенов на Minex вы получите. Просто супер классно. И в чем здесь прикол? Помимо того, что удобно здесь можно поторговать и можно хранить, хорошая очень реферальная программа. Она здесь есть и прямые рефералы, и непрямые, есть дерево рефералов. Вот так она выстраивается. У нас уже там под 2000 человек практически. И очень крутые бонусы начисляются, поэтому, ребят, регистрируйтесь, пока это то, о чем мы говорили. Биржи новые сейчас конкурируют, придумывают там новые механики. Там еще по трейдерам у них прикольный конкурс. 65 тысяч токенов на Minex распределяются между трейдерами. Трейдеров сейчас там не так и много. Кто смотрел наши прошлые эфиры, вы видели, что да, когда регаешься на турнир, и турниры продолжают идти каждый день, и там можно до 1000 баксов выиграть себе на счет. Кроме того, что там welcome бонус есть, если новички сейчас придут, то им $50 дадут на счет в управление, можете уже торговать. И там еще вы начнете торговать теми бесплатными деньгами на $50, и можно, по сути, там расторговаться потихоньку и получить еще войти вот в этот топ, и вам будут распределять вот эти токены. А потом, когда у вас будут токены уже, от продажи токенов вы тоже будете получать уже в USDT-шках. То есть там сейчас интересная история, выгодно как минимум точно залетать на этот квартал. И получается распределение токенов очень интересное. Это как было в EOS, по-моему. Чем меньше трейдеров, тем больше распределение, соответственно, будет токенов. Так точно. 65 тысяч токенов распределяется равномерно между всеми. Ну, там не то, что равномерно, по комиссиям, да. Но вы все равно получите свой кусочек. Поэтому зарегистрироваться однозначно стоит, посмотреть, что это такое. Приятно все сделано, хорошо. Постоянно какие-то бонусы, плюшки, финтиплюшки. В общем, и те, кто регистрировался раньше, посмотрите, как у вас там, какой статус у вас, если накапало. Вот мы докупали еще 30 токенов NMX, чтобы у нас был максимальный вот этот вот статус. Это прям в условиях есть. Ну, там проблем нет. Тут загорается вот таким вот красненьким, что у вас там неполный статус, уже неполная доходность. Вы нажимаете, докупаете там немножко токенов, и вообще никаких проблем нет. Там и баунти программа есть. В общем, ребят, переходите. Продолжаем дальше. Смотрим, что у нас тут. Слав, передаю тебе пока что слово. Я тут все попереключаю. Вот, мнение. Слава, не молчи. Ты меня пугаешь. Я говорю просто, у меня микрофон отключен. Говори. По поводу нашей темы. Скам в топ-10 криптовалют. Мы же не просто так написали, красивую картинку нарисовали. Есть мнение, что половина криптовалют из топ-10 находится там незаслуженно. И об этом говорит соучредитель аналитической компании BlockFire Саймон Дедич. С такими монетами, ну, то есть к таким монетам он в первую очередь отнес XRP, Ripple, который сейчас там, я думаю, не сильно радует всех своих инвесторов и тех, кто его держит. Bitcoin Cash, привет, передает он держателям Bitcoin Cash. Кайгурай, тут тоже привет, это Bitcoin SV, Litecoin и EOS. Он также заявил, что не может дождаться, когда на их место придут более солидные кандидаты. Вот на этих кандидатов нужно обратить внимание, и мы вчера о них говорили, и этот чувак тоже с нами согласен. Это VeChain, вот ровно те же монеты мы вчера назвали, Chainlink, Tezos или Cosmos. А я бы сказал не или, а и Cosmos, потому что это оба хороших проекта. Тут внизу приводит его твит, а вот от 21 июня. Отвечая одному из пользователей, Саймон Дедич добавил, что также любит токен проекта Zilliqa. Мы тоже вчера про Zilliqa говорили, там она не в первом эшелоне, но тем не менее. Тут еще можно бы добавить Cardano на всякий случай. Вот. В общем, в комментарии к Cointelegraph он объяснил свою позицию тем, что вот эти монеты типа Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Litecoin пытаются выполнять те же функции, что и Bitcoin. Однако в результате развития Lightning Network и других решений по масштабированию, считает он, потребность в лучшем биткоине отпадет сама собой. Поэтому эти все проекты, они могут плохо закончить. И те, кто их сейчас продолжает удерживать, могут, соответственно, понести большие убытки. И уже бы вам внимание обратить и сделать ребалансировку портфеля. Либо взять вот эти перспективные альткоины, которые он выше сказал, да, VeChain, Chainlink, Tezos, Cosmos и так далее. Либо хотя бы перезайти в биткоин. EOS он назвал централизованной версией Ethereum, добавив, что результаты проекта после крупнейшего в истории индустрии ICO, которые собрали 4 миллиарда, это вообще капец, оказались далеки от впечатляющих. То есть да, они оплатили там 200 миллионов штраф SEC,
Они должны были развиваться, но у них начались ссоры между внутри валидаторов, еще какие-то там подковерные игры. И так этот проект не смог ничего хорошего показать. И я не знаю, на самом деле, стоит ли и работает над ним сейчас его основатель, который все это дело красиво запускал, или он уже отошел, и, в принципе, тех 4 миллиардов выше крыши, да, что еще можно мечтать. Компании, которые годами идут к капитализации в миллиард долларов, да, вот эти все стартапы из долины, они должны проделать огромную работу, а здесь ребята просто с лету собрали 4 миллиарда. К чему еще стремиться, собственно? Ну, все, они все сделали. Они сделали такой маркетинг и такую идею, такой ажиотаж, что смогли, в принципе, на идее собрать 4 миллиарда. Все, как бы, приехали. Есть компании, которые проработали 30 лет, они не достигали капитализации в миллиард. То есть они работали, они были прибыльными, они доходили до какого-то своего пика, к примеру, там, я не знаю, там 800-900 миллионов или даже почти около миллиарда, и потом потихонечку затухали. Это был полный цикл, все счастливы были, довольны, и потом такая компания уходила, да, с рынка, или поглощалась какой-то другой компанией, такие уже, да, там, ненужные технологии. Вот вы представьте, компания 30 лет была на рынке, доходила до миллиарда и заканчивалась все, да, и так она и не смогла какую-то отметку преодолеть 4 миллиарда, которую достиг его буквально за год. Так что это все очень, конечно, интересные штуки. Ну и про DeFi, конечно же, он не смог не сказать. Говоря о VeChain и Chainlink, Дедич отметил заслуги первых в области разработки логистических решений на блокчейне, в то время как вторые являются поставщиком пользующихся доверием данных, актуальность которых растет вместе с развитием пространства децентрализованных финансов. То есть Chainlink, они как раз поставляют проверенные данные для смарт-контрактов DeFi проектов. И биржи, и все остальные проекты, в том числе, которые дают кредиты и берут депозиты, они могут опираться на данные Chainlink. Вот это интересная штука. И нам еще остается разобраться с балансером, который залетел там, да, на третье место, вытеснив Maker. Это мы уже будем делать, наверное, завтра. Тезос. Он назвал обещающим инфраструктурным проектом, систему управления которого превосходит Ethereum, а Cosmos поставщиком важных инструментов для осуществления транзакций между разными блокчейнами. Напомним, ранее аналитический стартап Flipside Crypto изучил функционально, но это уже трон, шмон, это еще Элихрам, это нас уже не касается. Вот такие вот мысли, ребят, у товарища, поэтому как бы из топ-10 не все достойны, и на их место с удовольствием придут другие, более мощные проекты, и действительно это может случиться, по крайней мере, там точно появятся проекты из экосистемы DeFi, вот это точно. Вот будет ли это, да, DeFi из эфириума, либо это туда ворвется DeFi там от Binance, да, на блокчейне Binance, или там еще какой-то, но это точно будет что-то связанное с DeFi. Вот вы, наверное, слышали, да, новости, мы так коротко ее озвучивали. Есть проект Celsius, Мачинский, который к нам приходил, это тоже такая платформа, она более централизованная, она тоже берет депозиты и выдает кредиты, и на этом, собственно, на этой разнице зарабатывает. У них еще девиз такой, unbanked, там, ну, то есть они против банков и предоставляют услуги всем, кто не может пользоваться банковскими услугами, то есть банк в твоем кармане, по сути. То есть ты можешь взять кредит и что-то делать, или можешь, наоборот, свободные деньги отдать в депозит. Так вот, они привлекли, по-моему, там какие-то деньги, я не помню точно сколько, 6 миллионов или там больше или меньше, но в миллионами измеряется, от Tether, по-моему, да? То есть в них Tether проинвестировал, самое интересное. Это, конечно, интересно, как они там это все юридически обыграли. То есть, с одной стороны, Tether у америкосов находится в опале, а с другой стороны, американская полностью компания Celsius принимает инвестиции от компании Tether. Как они это все обыграли? ХЗ? Может, они просто им налили ликвидности, потому что у них тоже там можно давать кредиты, депозиты в Tether, это все там работает. Возможно, просто они договорились как-то вот в этой истории. Тут уж точно я не скажу. Поэтому по вот этой основной новости как бы у меня все. Сегодня я вам еще в 14.30 расскажу, как я круто наторговал на Apple и какие там были идеи. И вообще, в принципе, Apple сейчас молодцы. Они хорошую WWDC провели. Будет на осень много обновлений. Самое главное, что они выпускают и делают переход на свой процессор Apple Silicon. То есть, если они пользовались очень долгое время Intel'ом, то теперь они будут производить еще и для своих MacBook'ов, для своих компов отдельный процессор. Потому что они уже доказали,
что их процессоры, которые они используют на своих телефонах, на планшетах, они намного круче, сильнее, и они эффективнее работают с их железом, чем любые конкуренты. И теперь мы, ну, я думаю, весь рынок, все в мире ждут, как себя покажет этот процессор при работе с ноутбуками. И там они для разработчиков выпустили специальные рекомпиляторы, которые позволят ваши программы перекодировать специально нативно, чтобы они могли работать и на Intel-процессорах на старых, и уже на новых системах ARM, или как они там называются, от Apple. Это все будет интересно, вот на 8 мы все ждем. И я ожидал, что на этих новостях Apple может расти. И они вчера прям дали жары. Ну, в целом весь рынок там с ума сходит у америкосов, и просто там заливается бабками. И вот эта история с Робинхудом, давайте еще пару слов про Робинхуд скажу. Это программа, которая с телефона прям позволяет вот обычным людям установить ее, и вы можете пополнять ее и покупать, торговать акции. Там, ну, в общем, все удобно, просто пипец. Там бабуля любая сможет. И туда хлынули, вот рили деньги, $1200, которые правительство раздавало. Эти все бабки залетали в этот Робинхуд, и на них покупались акции Apple, все что угодно. Или еще там у них есть такая история. Если акция стоит дешевле чашки кофе, там 60 центов, там $70, там, ну, трэш такой, да, а тоже надо покупать. И там, значит, сейчас много распространяется информации в СМИ, в Твиттере, даже на каналах показывают, как какие-то, значит, молодые люди во время карантина сидят без работы, попивают чай, и, значит, в Робинхуде, там, и в приложениях наторговывают себе огромные деньги. И это все, конечно, залетает к людям в уши, они это видят, думают, а чем я хуже, тоже скачивают. И вот это замкнутый круг получается. То есть люди тратят свои деньги, играют на этих акциях. Конечно, там колоссальный какой-то бум происходит. И, естественно, что большая половина это все спускает, потому что они не понимают, как это работает, или случайно у них получается. Кто-то там на Caribbean, да, вот эти Royal Caribbean, круизные компании, которые как бы почти ушатались, они сейчас не зарабатывают деньги, не только тратят, да, они на них зарабатывали. Кто-то там на Боингах, на авиации, Баффет продает, а кто-то покупает, говорит, смотрите, Баффет дурак, я тут заработал на самолетах. И вот такая вот трешанина там происходит, это, конечно, больно всем аукнется потом, но посмотрим, как это все будут разруливать. Давайте посмотрим еще на дашборд, какие у нас транзакции ходят интересные. Вообще вот с моментом, как начался, ну, ребят, это хайп DeFi, и я говорил об этом, скорее всего, это будет определенный опять пузырь, как с ICO 2017 года будут появляться. Ну вот видите, мы уже, я по себе замечаю, что я уже обращаю внимание на какие-то новые вещи, которые появляются здесь. То есть если мы смотрели раньше на CoinMarketCap, сейчас мы смотрим DeFi MarketCap, и вот будем разбираться в следующий раз с балансером. Это штука, там можно на DeFi Pulse прочитать про нее, вы можете уже там перейти. Вот он есть на 5-м месте, балансер. И если вы перейдете, здесь видно. Ну, то есть туда заливаются. Ну, это DEX тоже обменник, видишь, написано, категория DEX. Да, это как обменник, я уже заходил на обменник, и тут вы типа можете как создавать моментальную ликвидность, то есть вы можете выступать поставщиком ликвидности, используя вот этот балансер, там как-то это так выглядит. То есть я просто к другому сейчас. Вот это вот то, что происходит, это каждый проект, который будет здесь появляться, он будет нести какую-то финансовую пользу. То есть это будут финансовые проекты, это не будет, как раньше было ICO, мы собираем на носки, чтобы строить с ними динозавров. Кстати, слушай, Макс, да, вот этот балансер, это на нем надо проверить, там можно свопать два любых токена. Вот ты сейчас показывал идею в Uniswap. Не, я уже смотрел, не получается. Есть ли там эта пара или нет? Нету этой пары, я уже посмотрел. Нет пары, но, скорее всего, тоже добавят, и там может быть дешевле. То есть уже конкуренция есть, внутри DeFi тоже есть конкуренция. И самый раскрученный проект не значит, что там лучшие условия. И какие-то пары можно менять на балансере, поэтому он и набирает. Он себе берет меньше и начинает двигаться. Там, видишь, есть основные, есть, кстати, Land. Ну да. Вот. Compound, Link. Вот тут есть VBTC. И вот давайте посмотрим на какой-то стейблкоин. Ну, мне вот эта пара интересна. На USDC, например. Ну, и поставим вот один. А тут еще хуже, вот, жесть. 8737 трэш. Курс вообще полная шляпа. Ну, значит, они больше зарабатывают. Значит, они молодцы. Ну, не суть. В общем, я к другому говорю, что вот эти проекты, которые будут появляться, они будут упаковываться под какое-то финансовое решение и так далее. Ребята, вы будьте осторожны. Однозначно на этом надо попытаться заработать. Но среди хороших проектов, вот, например, как Maker Compound, будет появляться очень много
разных дырявых проектов, на которых можно угореть. И не забывайте, что вот эти все смарт-контракты, они рискованы тем, что их могут взломать. И будьте очень внимательны. Ну и давайте посмотрим. Лучше пойдите, если у вас есть лишние деньги, заходите к нам на сайт. У нас там мы разместили такую кнопочку специальную, называется Donate via Coin Payments под нашим чатиком. Если вы на нее нажмете, то теперь как это, как царь, можно, значит, на нее клацнуть вот так, пам, и у вас открывается отдельное вот такое окошечко. Тут по умолчанию стоит $5. Вы можете это все, какие $5, слышите, вы олигархи, нафиг это все, удаляйте. Пишите сюда $1, к примеру. Нажимаете continue, continue, и у вас должен сформироваться, ну, так как я на сраном компьютере, вот здесь формируется у вас будет, вот здесь формируется QR-кодик сразу на там, а, нет, сорян, здесь формируется у него QR-кодик, а тут вы выбираете валютку, биточек, эфирчик или USDT-шечка, и потом QR-кодик вам показывается, и вы можете нам залистать. Но единственное, это нам надо попросить, чтобы вот это все прикрутили там правильно. Вчера мы тестировали, оно работало, но когда нам надо это показывать в эфире, оно не будет работать, мы уже привыкли. Но те, кто посмотрит запись, мы уже починим и можете проверить. На сайте эта штука работает, и вроде бы есть решение для того, чтобы прикрутить под YouTube и под Twitch, но там все сложно, через Coinbase обязательно, а у нас с Coinbase проблемки, поэтому мы все ищем пока решение, крутим, вертим. Вот. Так что, кто захочет нам отправить доллар, пожалуйста, пробуйте. И поменялась конкретно сейчас ситуация с тем, что происходит вообще с хождением транзакций. Во-первых, ну, биткоин выводит дальше с бирж, и объемы на биржах становятся все меньше. На самом деле, это меня отчасти радует, потому что биржи, особенно крупные биржи, это все хорошо до определенного момента, пока у вас никаких-то проблем нету. Все-таки мне вот эта штука с децентрализацией биржи, в которых нету верификации, то есть биржа, которая с верификацией, она уходит от изначальной идеи и вот этого вот классного, классной штуки, что такое крипта, биткоин и все остальное. То есть там появляется уже какой-то посередине человек, который пытается как-то собрать там наши данные, в случае чего он может что-то сделать. Нет, мне это точно не нравится, я люблю, когда все очень просто. Когда на Binance не было QIC и не было сухомойки вот этой вот мозгов, в любом случае, там, если что-то происходит, там с тебя начинают просить QIC и так далее, было все окей. Поэтому сейчас я как бы стараюсь... Ну, заработала у нас эта штука, представляете, надо было обновить страничку. Сейчас... Ну, вот. Пока что. Да. В общем, смотрите, битки вывели с Binance почти 6 тысяч биткоинов. Это 56 миллионов долларов 7 часов назад. Ну и больше ходят сейчас транзакции в эфире и в USDT. Но это понятно, потому что сейчас все с DeFi. Кто-то выводит, кто-то заводит. Вот 41 тысяча эфиров заехала на Bitfinex сейчас. Вот, пожалуйста, еще 25 миллионов долларов USDT поехало на Huobi. Еще, пожалуйста, 42 тысячи эфира поехало на BitHump. Еще 20 миллионов поехало на Huobi. То есть, во-первых, движение по эфиру началось, и крупные транзакции... Эфир в этом году еще покажет себя, посмотрите. Покажет конкретно, поэтому на эфир, ну, я не знаю, там, в промежутке в каком он покажет себя, но сейчас... Во-первых, косарь плюс, он, наверное, будет стоить, вот, поэтому тут даже сейчас цена 240, это, в принципе, для кто по чуть-чуть постоянно накапливает, это пофигу, какая разница, можно и по 200 брать, и по 300, если он потом будет 1000 плюс. Ну, ты вспомни, он был $80 недавно. Это с $80 это уже 3 икса по эфиру. Ну, да. Как бы. Давай покажем, что с донатами. Вот, заработала страничка. То, что я говорил, после того, как вы переходите снизу, да, вы вбиваете там $5 или 100 или миллион долларов, кто побогат, и вы дальше нажимаете кнопочку Next, ну, вот это, да, и получается у вас вот такая страничка, и вы можете выбрать, в чем вам отправлять удобно. Это биток, это Bitcoin Lightning, Light, BNB-шки, Dash, эфирки. Эфир Classic, вот все есть, USDC есть и USDT RC20. Ну вот мне удобно вот этот отправлять всегда, USDT RC20. И нажимаете потом закончить оплату, и он должен сформировать нам QR-кодик вот такой вот. И все, буньк. Вот сюда вы отправляете в денежку, и она залетает к нам
ровным парням. И мы это видим у нас в кабинетике, вот как вы залетите, так как это эфирка, оно же все быстро ходит. Через 10 секунд уже мы увидим, что к нам кто-то, значит, пополнил. И мы говорим: спасибо тебе, брат, за то, что ты отправил нам $5 там прямо в прямом эфире. А потом мы вообще добавим сюда еще поле, и вот там вот на предыдущем шаге вы сможете вбить свой комментарий. Потом вот тут вы оплачиваете, и этот комментарий прям прилетает, и мы прям зачитываем рекламу. Вы можете передать привет кому-то, кому угодно, мы это прям будем зачитывать. А в конце концов мы потом допилим, чтобы оно само еще там красиво в чатике выводилось. Вот так вот. Такие дела. Все, на этом будем заканчивать, ребята. Спасибо большое, то, что вы пришли к нам на эфир и посмотрели данное видео. Прекрасное, не забывайте, да? Прекрасное данное видео. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, ставить колокольчик, чтобы не пропускать самые последние видео. Переходите на наш сайт, там надо тоже зарегистрироваться, короче, сложный сайт становится. Приходите на сайт, зарегистрируйтесь, поставьте колокольчик, ну, да. Столько действий. И самое главное. Я уже запутался, где поставить колокольчик на сайте, да, и где зарегистрироваться? Самое главное, в Телеграме у нас сейчас проходит giveaway. Мы про него нужно сказать пару слов, да, для того, чтобы вы, ребята, не пропустили самую... Там пушку. Вот что-то полезное. Вот в самом конце, на последней минуте, Макс самую важную информацию скажет. В общем, вот это, вы видите перед собой giveaway, выйдет сейчас новый пост у нас в Телеграме, поэтому вы подписывайтесь на него. Тут условия на самом деле очень простые. Мы это делаем, мы не скрываем, мы это делаем для того, чтобы оживить немножко Телеграм-каналы и наши, и друзей наших. Здесь хорошие все ребята. Мы, копеечка в кошельке, промайнинг. Уже не доктор, это Затулывитер Эдуард, Encrypted, Заводил, Best Change обязательно, наши друзья, Влад Стешенко и наш второй канал про трейдинг. Поэтому вот если вы на это все просто подписываетесь в Телеграме, отправляете, делаете репост своему другу, вы автоматически участвуете в этом всем криптогиве. Будет у нас 5 победителей. Каждому мы дадим по 1 миллиону сатоши, каждому по 1 миллиону сатоши, и 1000 баксов будет разделена между 5 победителями. Именно в USDT, ERC-20 прям залетели, и вы красиво, что хотите с ними делать. Все, на этом вот точно. Такой приятный бонус кто-то получит тебе на новый телефончик, представляете? Па-пам! Все, пока, ребята, увидимся с вами, да, завтра. Всем пока. В то же время.